Китай хочет выяснить, смогут ли люди жить на Луне. Страна вышла на новый этап программы освоения космического пространства, приступив к моделированию в земных условиях длительного пребывания человека на постоянной лунной станции. Группа студентов поселилась в специально сконструированном модуле в городе Бейхан, чтобы опробовать условия существования на Луне сроком до 200 суток. Они будут жить в полной изоляции от Земли на протяжении 60 суток, после чего молодых людей сменит уже другая группа, которая пробудет в модуле 200 суток. Как сообщает агентство Синьхуа, одной из главных целей этого эксперимента является выяснение того, способны ли лунные колонисты в течение длительного времени существовать самодостаточно, не пользуясь внешней поддержкой. При этом отправлять пилотируемую экспедицию на спутник Земли, по крайней мере, в течение ближайших 10 лет, Китай не планирует.